Зеленый патруль. В Ильгарте медработники грудью отстояли полувековую ель. Медики защитили дерево, которое растет возле местного отделения скорой помощи. По их словам, рабочие попытались срубить ель незаконно. Никаких документов, разрешающих вырубку, у них при себе не было. Возмущенные врачи образовали живую стену, закрыв доступ к дереву. Позже они вызвали наряд полиции и обратились в администрацию района. По факту произошедшего начата официальная проверка.